Готовил, извините за бардак на столе. Ну, минут за 10. Вот. Вот так вот можно в него закидывать яблочки. Свеклу можно было половину вообще целиком закидывать. Ну, я же не знал, что сгорит малышка-то. Ну что, минут 10 я буду отжимать сок, и потом минут 30 я буду вот это все мыть. Поэтому я его изначально и не использовал. Это для промышленных целей. Мы летом, когда урожай яблок, морковки, вот этого всего, мы с женой вот с помощью него прямо ведрами туда засыпаем. Вот эта вот чашечка наполняется, ну, минуты за 2, за 3, если подряд прям кидать. Да. Вот такой вот барабан внутри жесткий, страшный. Не дай бог туда попадет рука. Ой, ужас. Не буду даже думать об этом. Руки сюда совать нельзя. Берегите подальше от детей. Держите. Вот. И что самое хорошее, в нем есть вот такая вот штуковина. Это выбрасыватель жмыха. Вот. Поэтому вот сюда надо одевать пакет. На улице мы это делаем. Может быть, когда-нибудь летом ролик сниму, как это все происходит на улице. И ставим на стол, а внизу ставим ведро. Прямо туда в ведро это все и падает. Ну ладно, начнем. Снять со стола. Может быть и правильно. Такой срач на полу, да? Ну, зато 10 минут, как и говорил. Теперь мыть. Ну и вот, почти 4 литра свекольно-яблочного сока.